Так, ну что, ребята, занимаемся постройкой дома. О, смотри, 18 тысяч нам дали. 18 тысяч давайте потратим, купим еще таких вот ребят, которые будут нам добывать камень. Камень добывает быстро, поэтому давайте пока камень отправим. И у нас скоро-скоро уже построится домик. Так, что у нас тут? Лес уже не растет. Так, давайте мы польем лесочек наш быстренько. И скоро мы уже построим домик. Опа, домик наш построен. Теперь несем доски. Доски нужно быстро, срочно побольше досочек. Делаем. Так, а что он? А, он увеличивает, смотри. Он себе делает, увеличивает. Получается, кран, чтобы больше быть. Опа, так он сейчас вообще высокий будет. И мы вообще построим мощную, большую такую... Такой Вавилон. А, досок не хватает. Ё-моё. А, что-то об этом я не подумал. Так, давай. Быстренько. Сейчас мы... Досочки. Есть. А, смотри, что такое. Нет. Блин, я уже думал, что уже достроился. А, нужно крышу достроить. Ё-моё, ещё как высоко-то, а. Так, досок не хватает. Вот, я вот не думал, что досочек будет не хватать. Давай тогда продадим кирпичи. Все кирпичи, которые у нас есть. Так, камень тоже можно продать будет. И давай прокачаем, чтобы он у нас быстрее доски делал, это лесопилка. Все, максимально мы прокачали. Ждем, пока достроится наша вот этот вот большой. А, доски опять не хватает. Да ё-моё, 256 досков. Давай быстрее. О, монетки. Так, давай, таскай быстрее досочки. Очень медленно ты тащишь. Да я тебе даже помогу, подожди. Ох, нифига, как я быстро помог ему. Так, лесопилочку мы прокачали. Ждем, пока достроится наконец-таки наш кран. Кран потихонечку растет. Да нифига себе, уже по 500 досков просит. Сколько он там попросил досок? Не, что-то не понял. Нифига, короче. Так, давайте быстренько лес рубим. Все очень медленно происходит, алло. А, теперь ему кирпичи понадобились, смотри, а. Гад, вот гад. Ладно, строим кирпичики, делаем быстренько. 1680 кирпичей. Офигеть, с ума сойти, так много. Ладно, подождем. Сейчас мы тебе наделаем кирпичиков. Ох, нифига, он делает раз, два, три, третью башню, ребята. Слушай, мы можем же перезапуск сделать. Вы построили три башни, вы получите 4 золотых кирпичей. Ну давайте перезапуск делаем. Так, поздравляю, вы перезапустили строительство. У вас есть следующие бонусы. Цена на рынке выросла, сила клика выросла, производство выросло. Постройте башню до неба и выше. Смотри, ребята, у нас уже сколько кирпичей золотых есть. Хорошо, давайте добудем камня. Камень. Ну, например, 100 камней хватит. И начинает дядька наш делать кирпичи. Давай быстрей строить, делай кирпичики. И теперь мы продаем кирпичи. Кирпичики. Делаем дядьку, чтобы он таскал кирпичи. И также мы сейчас увеличим чувака. Вот, все, чувак носит. Так, кирпичи строятся, делается. Ну, мне кажется, надо немножко подождать. Пока мы немножко больше кирпичей наделаем, мы их продадим. А чем больше кирпичей мы продадим, тем мы больше денег заработаем. Больше денег заработаем. Сможем проапгрейдить здесь все. Эх, давай. Продаем кирпичики. Так, 400. Мало, конечно, не сильно много монет. Ну ладно. Так, дальше. Нам нужно вот этого чувака, который таскает, тоже прокачать. И вот этого тоже, чтобы он быстрее делал кирпичики. Вот, у нас уже появляются кирпичи. Причем постоянно. Надо добыть побольше камня.
Поэтому прокачиваем мы источник камня, миньончики сейчас появятся, много их. Так, на рынок идем, кирпичи продаем. Камень пока не будем продавать, потому что он нам пока самим пригодится. Нам нужно вот этого вот строителя покачивать. Ого, 1000 уже. 1000 кирпичей, офигеть. Продаем кирпичики. И прокачиваем. Давай строить этих самых добытчиков. Шахтеров увеличивать. У нас трудится 4 шахтера. Это не сильно и много, конечно. Поэтому мы сейчас быстренько будем еще кирпичи продавать. Так, рынок. И продаем кирпичи. Так, 2000 монет у нас есть. Прокачиваем. Давай до 20 уровня. А это тоже до 20. Я буду все прокачивать до 20 уровня. Так, давайте сюда отнесем тебе побольше. И давай строй. Делай кирпичики. Так, заходим на рынок. Продаем кирпичи. У нас теперь 3000. 4000 монет. И мы прокачиваем. А, давай строители до 30. Сможем до 30 прокачать? Нет. Нет, не можем. Давай, я хочу до 30 теперь прокачивать. Ё-моё. Это долго будет, конечно. Пусть 25 будет. Теперь вот этого, который носит. Да, не сильно и быстро. Все это дело происходит. У нас еще нету леса. У нас нету лесопилки. У нас нету лесников. Подождем, пока достроится... Вот эта верхушечка этого первого нашего здания. Кстати, на рынок зайдем, сейчас кирпичи продадим. Опа, все. Теперь пошла у нас лесопилочка. Давайте возьмем лесников. Да, сколько у нас будет лесников? Ух ты, они дорогие лесники, слушай. Так, где у нас тут чувак, который... Вот он бегает. Хорошо. Сейчас все это отнесем, ему пускай он делает уже доски. Так, этого надо прокачать. Вообще нерок не хочет работать, да? Давай, делай, строй. Так, лесники стоят уже, дерево закончилось, леса нет. А, ну и что с вами прокачивать должны? Пока этот строит нам кран... Мы будем ждать. Надо нам 10 тысяч, кстати, чтобы купить колодец. Подождем тогда, сейчас мы собираем. Так, эти у нас носят. Хорошо, молодцы. Надо будет еще кирпичей продать. Ё-моё, у меня кирпичей мало. Так, заходим на рынок, продаем кирпичи. И прокачиваем вот этого лесопилочку. Так. Все. А, ну давай тогда ладно, эти доски продадим. Почему нет? У нас очень много досок. Его прокачаем, лесопильщика. Так, давайте вот это тоже. Апнем немножко. Так, ё-моё, давай уже таскай быстрей. Пили. Как бы все работают, все заняты трудом. Да. Можно, конечно, еще сделать перезапуск. Но золотых кирпичей... А, тут мне особо ничего не дадут. Ну, надо вторую башню делать. Вторую башеньку строить нашу. А то мы ничего не получим. Хорошо. Хорошо. Так, сколько у нас тут? 25. Не ждем. Вторая башня прям сильно-сильно нужна. Мы без башни ничего особо не можем сделать. Заходим на рынок, продаем кирпичики. Все кирпичи продали. И доски будем все продавать. И так, сколько у нас? 20 тысяч монет. Так, давай лес прокачивать. А,
Можно было лес прокачивать. Ну это лесники. Слушай, а где этот колодец-то, алё? Когда колодец-то будет прокачиваться? Я не понял. У меня здесь раньше колодец был. Куда он делся? Неизвестно. Где колодец? Ну ладно. Наверное, он появится через какое-то определенное время тут. Ну, как бы и так все работают, трудятся. Вот такая вот игрушечка, ребята. Если нравится, то обязательно ставь лайк. Подписывайся на канал. Пиши комментарии. Всем пока-пока.